Водолеи, приветствую вас на канале Психология Таро. И это прогноз на август. Мы посмотрим основную энергию. Четыре базовые сферы жизни. Это работа, деньги, социум и любовь. Посмотрим предостережение на месяц вам и совет. И сбудется или нет желание, которое вы загадываете. Кто не любит смотреть раскладку карт, переходите на тайм-код в описании. Кто хочет сонастроиться с каждой картой, оставайтесь, посылайте свою энергию. Итак, основная энергия, которая будет проявлена в августе, что ждет в работе, финансах, социуме, любви и отношениях. Далее предостережение и совет вам. Предостережение, совет. И здесь карта желания. Загадывайте свое желание. Возможно, перед вами какая-то большая цель, задача стоит. Сейчас посмотрим, какое вам будет послание. Итак, общая энергия августа для вас. Выбор, взвешивание позиций. Взвешивание вообще сторон, взвешивание результатов, возможностей. Вообще, в принципе, знаете, вот то состояние, как две чаши весов, да, и что же мне выбирать, что же для меня лучше. Где-то, может быть, знаете, может проходить ситуация подстройки вас под обстоятельства, под ситуации, которые возникают в вашей жизни. И это не с плохой стороны, что вы, допустим, будете чем-то жертвовать, а здесь вы будете выбирать, как вам лучше себя повести для того, чтобы по итогу вам это принесло еще больше ресурсов, еще больше возможностей. Поэтому давайте смотреть, в какой сфере это будет наиболее проявлено. Работа. Угу. В работе, я бы сказала, знаете, хорошо, спокойно. Делайте свою работу, знаете, как ее делать. Я бы не сказала, что к вам прям будут там какие-то придирки, как-то вам кто-то прям будет что-то указывать. Здесь, понимаете, я бы в рамках своих полномочий, в рамках своих должностных обязанностей, да, вы делаете то, что вы должны делать. Здесь еще тоже для вас, знаете, такое, не прыгайте там через голову, не указывайте другим людям, что им нужно делать, просто спокойно, тихо занимайтесь своей работой, выполняйте свои обязанности, которые у вас есть, и, собственно, будет вам счастье. Кто ищет работу, находится в поиске, через, знаете, коммуникации с другими людьми, через договоренности, через вообще понимание, что вы, как человек, исполнитель, работник, можете дать работодателю. Если вы это поймете, вы поймете свою ценность, очень велика вероятность того, что вы все-таки найдете работу, в которой вы сможете себя применить. Поэтому подумайте, посмотрите на свое резюме с другой стороны. Возможно, где-то его переформатируйте, переделайте и подавайте его с точки зрения того, какую выгоду получит работодатель. Далее деньги, финансы. Угу. Все зависит от вас, как, собственно, всегда, да, но здесь прям в августе будет такое, если пошевелитесь, если приложите усилия, денежек будет побольше, если ничего не будете делать, то, соответственно, ну, сами на себя пинайте, да, у вас будут варианты, у вас будут возможности, откуда достать деньги, где приложить свои, возможно, знания, навыки, силы какие-то, опыт свой прошлый, здесь, знаете, больше такое, что не сидите на месте, как-то вот вовремя, да, попадаете вот в ту ситуацию, где кому-то нужна помощь, и не бойтесь брать за это деньги, потому что, опять же, другая, любая деятельность, любой труд, он должен оплачиваться, поэтому даже если это какой-то там совет, какая-то консультация, пожалуйста, вы можете на этом заработать. И если мы, допустим, касаемся управления деньгами, финансами, да, то здесь действительно все в ваших руках. Если, допустим, вас на данный момент не устраивает то, что у вас происходит в сфере финансов, приложите усилия, приложите какое-то свое, знаете, намерение, мотивацию для того, чтобы узнать что-то еще, да, допустим, вот как-то у вас не сходится дебет с кредитом, да, и тогда, соответственно, нужно что-то для этого делать. Узнайте, что вам не хватает, куда, допустим, может быть, какие-то вложения, инвестиции, может быть, как-то
с теми же тратами, да, что нужно сделать, чтобы по-другому это все сформировалось. То есть больше инициативности, больше действия, участия в этой сфере, тогда все будет хорошо. Так, социум. Ваши близкие, друзья, знакомые, родственники, коллеги, просто мимо проходящие люди. В сфере социума, знаете, вы, по сути своей, останетесь теми людьми, которые вас окружают и с которыми вам хорошо. Здесь про то, что у вас уже есть наработанный, ну, давайте скажу, костяк людей, да, с которыми вы действительно понимаете, куда вам, ну, по пути или нет. Кто вам дает позитивные эмоции, кто негативные. Кто вас наполняет, кто, наоборот, опустошает. И вот вы, знаете, более склонны к тому в августе, чтобы все-таки двинуться в сторону коммуникации с людьми, с которыми вам хорошо, которые могут вас продвинуть. И которые, знаете, вот какую-то поддержку, какой-то базис вам дают, да, для того, чтобы вы сами в своих стремлениях тоже двигались дальше. Здесь есть вероятность, опять же, новых знакомств, но которые приведут к чему-то большему. Это или, знаете, случайная какая-то, ну, не знаю, встреча, да, которая потом перерастет в очень хорошую дружбу. Или же, опять же, случайная встреча, которая может перерасти потом в какое-то сотрудничество. То есть здесь, допустим, если есть вариант, ну, уж давайте так смотреть по колеснице, да, каких-то передвижений, поездок, используйте эти варианты, потому что там очень вероятно, что вы сможете найти людей, которые вам по жизни будут очень, ну, давайте так, полезны, да, для вашего роста и развития. Далее, любовь и отношения. Так, ну, те, кто в паре, Водолея, здесь, знаете, про то, когда отстоять себя, отстоять свои желания в этих отношениях, отстоять свое видение этих отношений и отстоять свое развитие этих отношений, то есть свое видение развития этих отношений. Здесь про то, когда ну, больше побороться, потому что, смотрите, каждый же входит в отношения, да, с каким-то своим, ну, вот, приоритетом, своими мыслями, какими-то, опять же, там, стратегиями, выгодами, чего уж тут греха таить, да? И вот вам как раз сейчас такой период будет в августе, где вам нужно будет отстоять вот то свое истинное желание, да, ради чего вообще все это затевалось, почему вы, в принципе, продолжаете находиться в отношениях дальше с этим человеком. То есть вообще, в принципе, даже, ну, как, знаете, как сверка с собой. А что, чего я хочу, да? А действительно ли мы туда идем, да? Действительно ли это все получается? Или что-то другое настолько, ну, скажем, отвлекает от вот той цели, да, в которой мы идем, что нужно как-то замедлиться, как-то притормозить, да, посмотреть вообще, что происходит, и, может быть, даже какой-то курс сменить. А здесь август вам будет в руку. Те, кто свободные, Водолея, смотрите, какая ситуация. Есть вероятность действительно знакомств, которые могут быть как потенциальные ваши будущие партнеры, но, знаете, вы будете достаточно жестко держать свои границы в том плане, что докажи, да, что ты хочешь со мной чего-то, докажи, что я тебе действительно интересна, докажи, что у тебя какие-то там вот эти цели, намерения, стремления со мной, да, то есть те, которые у меня тоже, чтобы мы понимали, что мы не в разные стороны будем тянуть одеяло, а все-таки в одну сторону как-то мы движемся и хотим вообще, в принципе, двигаться в отношениях. То есть здесь, знаете, будет такая оборонительная, ну, я бы сказала, наверное, пассивная позиция, но пассивность здесь в том, что вы сами не пойдете в какие-то знакомства, встречи и так далее. А больше, знаете, будете сидеть и ждать, а кто к вам, ну, к берегу прибьется, да, и вы не сразу его будете брать, да, а еще, извините меня, там палкой в этот в бок потыкаете, а действительно ли ты там тот, который мне нужен. То есть вот такое вот состояние. Давайте посмотрим вам предостережение на месяц. Так, предостережение вам, знаете,
Будьте осторожны со словами, которые вы говорите людям, особенно если вы чего-то не договариваете или вы намеренно как-то приукрашиваете какие-то данные, или вы намеренно что-то скрываете наоборот, чтобы не выплыло на чистую воду. Вот здесь действительно та ситуация, когда тайное может вскрыться, стать явным, и подумайте 20 раз хорошенько, прежде чем мутить воду, скажем так. И совет вам. Смотрите. Вот она вам перекрывает, собственно, совет месяца на август. Это про то, что... Здесь не про то, что не отстаивайте своих каких-то желаний, стремлений. Здесь не про это, а про то, что... Посмотрите вообще, что вам предлагается, и не делайте поспешных выводов. Не пытайтесь вот прям четко, явно сейчас, в августе, что-то решить, что-то, знаете, отбросить. Просто побудьте вот в этом состоянии, когда у вас много желаний, у вас много каких-то стремлений, для того, чтобы они как-то дальше немножечко выросли, переросли во что-то, и вот тогда уже будет, знаете... смысл что-то отсекать, потому что сейчас, скажем так, на подходе действительно, может быть, к вам придет какой-то прекрасный вариант, но насколько мы смотрим, да, это у нас сфера отношений, прекрасный мужчина, который в потенциале может вам дать то, что вы хотите, а вы, допустим, ну, не знаю, там, обратив внимание, давайте так, на какие-нибудь его грязные ботинки, да, сразу его так отошьете. Поэтому вам говорится, будьте такими более лояльными, более терпимыми, да, а потом уже будете делать выводы. То есть давайте так, девушки, все, что прибивается, берите, но не так, что вы прям в жизнь свою идете, а по крайней мере, пускай оно там у вас у берега поболтается, как бы это сейчас не звучало, да. Так, кто... не смотрела раскладку карт, это карта желания. Сейчас можете поставить на паузу, загадать желание, которого вы хотите, чтобы оно сбылось. Или же, если у вас есть какая-то цель, к которой вы идете, большая задача, которая перед вами стоит, посмотрим вам послание. Равновесие духовного и практического. Вот опять же, здесь про замедление, здесь про какую-то паузу, про то, чтобы вообще найти баланс, во-первых, в себе. И смочь в любых ситуациях жизненных, да, оставаться в этом балансе, да, нас может раскачивать, но, знаете, можно качаться прям кардинально из стороны в сторону, а можно чуть-чуть вот так вот, да, там, ну, около центра, скажем так, дрейфовать. Поэтому сверьте свои вот эти все точки, духовные свои какие-то понимания, практическое, что для вас очень важно, рационально, да, и попытайтесь что-то, знаете, как... стоять на двух ногах, на духовном и практическом. Собственно, вот здесь, опять же, если к вам придет в ваше поле новый мужчина, не делайте перекоса, да, в одну какую-то сторону, а посмотрите со всех сторон. Вот такой расклад для вас. Ставьте лайки, пишите комментарии, насколько у вас проигрывается это все. Кто хочет персональный прогноз на месяц, мои контакты есть в описании, связывайтесь со мной, ну и подписывайтесь, кто еще не подписан. До новых встреч, пока-пока!